Внезапная миссия с названием «Последний бой». Я даже и не ожидал, что вот она, прямо сейчас. Ну что ж, к этому все шло, согласитесь. Итак, мы находимся на пороге главной базы противника. Практически все пространство вокруг города и расположенные рядом с ним главные базы контролируются федеральными силами. Осталось нанести последний удар. Операция разработана и сейчас начнется. После взлета взять курс на звено транспортов. Они высаживают зенитно-ракетные комплексы. Задача — прикрыть транспорты. А после высадки и сами установки далее следовать указанным оперативного штаба. Ну что ж. С Богом! Заговорил по-английски. Внимание! Истребители противника движутся в вашу сторону. Принять меры.
Целый город. Это ты чёрта. Отлично, танки успешно десантированы. Задачи изменились.
Посадку разрешено.
Могли бы дать время перезарядиться. Нет, мы там что-то должны все это время втыкать. Танки идут к городу. Ползут, можно Чего мы ждем-то? Дайте хоть какой-то приказ. Походу зависли. Это что, мы ждем? Отлично, база противника захвачена. Всем спасибо, все свободны, но впереди.
изменились. Блин, вообще... У меня нет слов. Кроме того, что это не последняя миссия, по-любому. Это Фокстрот. Разрешите посадку. Согласитесь, теперь... Так, миссия. Никто не пишет с такими скриптами. Задача выполнена под надежным прикрытием с воздуха, транспорты сделали свое дело. Зенитно-ракетный комплекс установлен и готов к работе, момент последнего удара по противнику практически наступил. Приятно было наблюдать за вашей работой, парни. Давно не получал такое удовольствие. Однако на сегодня это не все. Все наступит только после медицинского свидетельствования пилотов, после приземления обязательного душа. Напоминаю о душе еще раз. Медикам не обязательно знать о СТА 25 составляющих запаха боевых с пилотов. Все гуськом проходят через специальную развернутую лабораторию. Завтра в бой должны идти совершенно нормальные здоровые люди. Медслужба, если мои шалопаи доставят вам хлопоты, прошу, не стесняйтесь достать меня хоть из-под земли. В следующей серии увидимся.